Владельцы квартиры решили обновить ванную комнату, заменив напольный унитаз на подвесной. А поскольку для семьи всегда выбирается все самое лучшее, то выбор пал на подвесной унитаз с функцией биде Sensia Arena от компании Groe. В первую очередь перекрывается подача воды и затем демонтируется напольный унитаз. Выкручиваются крепления и разрезается слой герметика. В случае необходимости демонтируется настенная плитка вместе будущего крепления инсталляции. Оставшиеся в полу отверстия от крепежа напольного унитаза маскируются затиркой или герметиком подходящего цвета. Далее начинается самый ответственный этап – монтаж инсталляции для подвесного унитаза. Очень важно собрать крепежные элементы строго по инструкции, что позволит избежать зазоров в процессе эксплуатации. Выбирается одно из четырех отверстий для подвода воды и устанавливается угловой вентиль. После монтажа инсталляции производится вырезка отверстий для ревизионного короба и бачка, а также отверстия для смывной и канализационной трубы по шаблону. Внешние листы ГВЛ или гипсокартона крепятся к раме саморезами. После этого выкладывается плитка. Ревизионный короб обрезается под уровень плитки. Заранее подведенный кабель электричества необходим для работы унитаза с функцией биде. Его можно подвести от ближайшей электрической розетки. Демонтируется транспортировочная распорка, устанавливается тройник и шланг подвода воды к наливному клапану и блоку биде. Вкручиваются шпильки крепления унитаза. Вылет шпилек должен составлять строго 58 мм. Далее производятся засечки на трубах при установке их в унитаз, а затем в инсталляцию. С помощью этих размеров и запасов 3 мм определяется, какую часть труб необходимо отпилить. С помощью нижней части упаковки, на которой стоит унитаз, очень легко и просто придвинуть его на шпильки и закрепить надлежащим образом. Очень важно перед подключением к оборудованию пролить не менее 5 литров воды для удаления загрязнений. Далее подключается устройство автоматического слива и происходит подвод воды к функциональному блоку биде. В завершении необходимо подключить электрическую подводку к системе через имеющиеся в комплекте разъемы. После этого шнур убирается под функциональный блок. Заключительный этап установки – это монтаж пневматической панели смыва. Для использования пульта дистанционного управления необходимо выполнить его сопряжение с унитазом биде Sensia Arena. После того, как выполнено сопряжение устройств, проверяется нормальная работа всех функций устройства. По прошествии всего 2 дней семья получила современный, высокотехнологичный и просторный туалет, в котором удобно поддерживать чистоту.